Сегодня представить жизнь без глобальных навигационных систем практически невозможно. Российский ГЛОНАСС, американский GPS или европейский Галилео дают возможность с помощью специальных приборов определить свое местоположение и координаты других объектов. ГЛОНАСС работает по всей России с начала 90-х, но только 7 лет назад ее стали активно использовать для гражданских нужд. Сейчас система успешно применяется на транспорте и в работе оперативных служб. Одним из первых городов, где была апробирована система ГЛОНАСС, стал Сочи. Ее использование дало хорошие результаты во время подготовки к Олимпийским играм. За 5 лет был построен новый Олимпийский Сочи, новые олимпийские объекты. Мы видели, как благодаря именно системам навигации можно было осуществлять и контроль, и лабораторные исследования, и многие другие вещи, что в принципе и позволили столь короткое время, но очень качественно построить олимпийские объекты. С развитием городов необходимо и обновление навигационных систем. Сейчас создается проект «Эра ГЛОНАСС». Планируется, что к 2020 году весь транспорт будет оснащен навигационно-связными терминалами экстренного реагирования при авариях. В случае ДТП сигнал будет автоматически передаваться в дежурно-диспетчерскую службу. Эта система позволит контролировать всю сеть российских автодорог. Развитие каждой из глобальных систем, их использование в науке и в различных отраслях мировой экономики уже 11 лет, говорят на ежегодных заседаниях Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам. Мероприятие проходит под эгидой ООН. В нем участвуют операторы навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и те, кто еще на этапе развития. Это китайская система BeiDou, а также японская и индийская региональные системы. Основная задача – это доклад о текущем состоянии каждой из систем, о перспективах развития этих систем и обмен мнениями по различным важным вопросам работы этих систем, совместной работы, обеспечения не влияния негативного каждой системы друг на друга и возможности совместного использования этих систем на благо всего человечества. Уже сейчас многие современные гаджеты прошиты на использовании нескольких навигационных систем. Это позволяет обеспечить наиболее точную работу. С появлением новых систем и возможности их совместного применения будет доступна высокоточная навигация в сложных условиях видимости, предупреждение землетрясений и цунами, появятся новые услуги и возможности. Это и многое другое участники форума обсудят во время заседаний рабочих групп. Итоги подведут 11 ноября. Следующее заседание пройдет в Японии. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.